по своей церкви. И возвращалась очень поздно, уже темнота, грязь, осень, кругом стройки, одни пустые окна, и никого нет людей-то. И ей так стало страшно, потому что впереди она увидела два огонька. Но она поняла, что это курят мужчины, и сейчас может быть все что угодно. И вдруг к ней подбегает собака. И эта женщина, она не против собак, но собака такая огромная, что ей тоже не по себе стало, но собака послушная. Идет рядом, слушается ее. И когда она поравнялась с этими парнями, они: «О, девочка, одна, мы вас можем проводить до дома». Собака как выскочила, они ее не заметили сразу, как на них зарычала, они: «Во, ненормальные, ходят с собакой, которая без ошейника, без поводка. Разве можно такую собаку отпускать?» Она говорит: «Да вы не бойтесь, она у меня умная, она так просто не бросится ни на кого». И она так благодарила, шла и всю дорогу благодарила: «Господи, ты дал мне эту защиту, вот эту собачку чудную». И когда подошла к своему дому, она решила принести ему покушать. Там у нее кусок пирога был, она побежала скорее, взяла, выскочила. Ее собаки нет, звала-звала, а ее же нет. Это Божья защита, да, вот Бог дает нам. Она говорит: «Господи, никогда не забуду, как собака спасла ее».